Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет обзорчик интересного героя. Это будет ПБшка, прокачан с девятой поживой. Почему именно с поживой? Думаю, многим из вас уже не надо рассказывать. Я много героев перетестил, и на сегодня из-за того, что выделил у нас девятые таланты, у нас ожива очень топовая. Плюс у нас будет еще вот такой вот бонус, это панчбокс с девятым скиллом, плюс 120% урона. Он тоже бьет по радиусу. Посмотрим вокруг, то есть героя. Доспех, восьмая ремочка рунами стоит, чтобы он сразу же включался. Плюс 70% атаки на 10 секунд. Ну и самое основное, то есть герой будет воскрешаться два раза, 70% жизни от максималки. То есть такая вот сборка по снаряге, доспех я вам показал. Здесь у меня он собран на крит. То есть он будет у нас неплохо критовать. Поехали, посмотрим рейдок. Для чего такая сборка? В основном для PvP локаций, для лабиринта. Неплохо там себя показал. И также для забытой. То есть больше в основном я нигде его не использую. Я вам уже показывал, что собирать его на урон смысла нету. Как видите, вот его сейчас сольют. Вот он резнулся второй раз. Третий, он даже не включился. Если бы у вас был там, например, со священным огнем, то он бы, конечно, выстоял подольше. Возможно, он бы еще даже включился. Опять же, против стрелка это Unreal. Его сливают очень быстро, он сливается тоже очень быстро на отражалках, но для каких-то именно PvP локаций вот это самое то. Его слили, он опять резнулся. Вот именно для лабиринта такая вот сборочка вообще будет огонь. Я уже даже тестировал его там, и он мне очень даже понравился. Конечно же, без доната этого всего очень не прокачаю, скажем так, быстро. Но надеемся, что скоро нам все-таки девятые руны ведут для бездонатов возможность получать. Так, ну давайте тут начнем. Урона у него только чисто из-за того, что у него ремка побольше, чем у... И то это опять же 10 секунд, чем просто так он там будет со священным огнем. То есть это чисто PvP-шный вариант. Для того, чтобы он застанил. То есть его основная задача это стан, массовый стан героя, чем в принципе в такой сборке справляется очень хорошо. Вот попробуем, сейчас его сольют. Ну, его тут будут сливать, как видите. То есть опять же защиты от стана нет. Панчбокс как бы дает урон и не более того. Сейчас мы дойдем до PvP локации. Ну вот так в принципе. Ну все, под молчанкой слили. В любом случае, любую сборку у вас будут сливать. Какая бы она там ни была, там на деф, на атаку. На сегодня любой герой шотится фрей. Очень, очень прекрасно, особенно если фрея хорошо прокачана на урон. Вот, видите, сейчас он неплохо сработал. В принципе, урона даже хватает у него. Ну, я не знаю, сейчас сможет ли, вряд ли он сможет фрей вытащить, там ее отхиливают. Ну, стрелка он ушатал. Еще с первой тычки. То есть, вот именно для того, чтобы он чисто подольше прожил. Так, давайте пойдем по локациям. Давайте забежим. Что там у нас на арене? Закинем его сюда. Тестируем его тут. Вы знаете, как он бьет. То есть самое основное то, что он наносит дофига урона. Даже если его сейчас сольют, он резнется. Самое главное, чтобы вот смотрите. Ну, там, конечно, герои первой эволюции. Может, сейчас попадется у нас противник получше. Ну, на арене он тоже очень круто себя показывает. Сейчас посмотрим, что у нас. Вот смотрите, как панчбокс бьет. По камню тоже очень круто. Так. Энебракс какой-то, поехали. Отлично, тут у него получше героя.
Жестко-жестко, ну, забрали у него энергию. Но опять же, смотрите, стрелок. Ну, просто мега урон под панчбоксом у него получается. Поехали дальше. Так, жалко, тут у нас они. Но ну, смотрите, что он делает. Так, есть Фрея, смотрим. Фрея даже не успеет его убить. Неплохо. Так, ну тут, я думаю, против Фрея смысла нету. А вот тут, кстати, интересно, вторая эволюция. Даже если он, в принципе, сольется об отражалку Хрона, он все равно реснется. Вот в этом тоже плюс. Если у вас будет какой-то там СО, либо еще что-то другое, там, пакт, вам придется в любом случае поставить ремку, то есть у вас реса не будет. А здесь есть два включения с ремочкой, то есть это вот именно спасает. Вот отлично. Let's go. Так, один раз реснулся. Ну, практически, смотрите, вот даже вот так вот. Это все равно лучше, чем он у вас просто вылезет и нифига не сделает. Ну, хорошо героев покос, согласитесь. Так, ну, давайте посмотрим, что тут у нас с капитаном Дрейком. Кто-то еще, ну, думаю, вряд ли это топ. Но все равно отлично, хрон есть. Отлично, вторые эволюции он шатает в любом случае. Панчбокс, конечно, сам по себе очень крутой. Надо будет посмотреть, сколько у него жизни на арене. Но выдает он урон довольно-таки неплохой. Вот, кстати, против Анубиса. Интересно, тут, наверное, Фрея тоже есть. А тут вообще по всем этим. Ну-ка, давайте убейте его. Сколько там? 1 600 000? Ну, там вокруг дошли. По-моему, где-то так, если мне не показалось. Сейчас попробуем. Еще разок посмотреть. Внимательно смотрим. Нет, 900 где-то, по-моему. Но 900 даже плюс, это 70% от максималки. Хотя тут увеличенное здоровье. Так, хорошо. Тут мы с ним разобрались, поехали на экспедицию. Тут тоже будет очень интересно на него посмотреть. Такс, поехали. Было бы неплохо какую-то расту встретить с Хроном, сразу же включенным. 61%, поехали дальше. Ну, конечно, я вам скажу, тут сам панчбокс по себе, блин, наносит дохренища урона. Просто бешеный панчбокс получается тоже. Вот эта сборка такая, самая оптимальная у вас будет. Ну, конечно, на девятке есть смысл делать, на там мелких заблочили. А у кого нету девятых камней, от такой сборки смысла нет. Но в приоритете на будущее советую вам задуматься над этим. Урона, в принципе, хватает. Вот под молчанкой нас слили. То есть самый большой минус, но хотя это не самый большой минус, любой герой будет точно так же сливаться. Поехали в забытую, посмотрим. Так, давайте, кстати, Хрона возьмем. Хрон у нас будет танчить. А он в этой команде. Так.
Поставим черепа с девятым разбросиком. А его поставим сюда вместе с хроном пока. Вот тут Фрейя, тут, конечно, Unreal. Это сделать даже. Но все равно, как видите, вот от него толк есть. Он станет, ему продержались даже нормально. Так бы нас уже тут просто ушатали. Плюс там еще вражеский был. Так, тут интересно. Тут Фрейя должна моя просто расшатать. Так и получилось. Против Фрейя собраны на максимальный урон шансов. К сожалению, никаких. Интересно, интересно. Не выстоял Лазуликс, к сожалению. Так, окей, с этим разобрались, поехали посмотрим тут. Тут, наверное, вряд ли тут первая эволюция, скорее всего, так оно и есть. Тут он под хроном будет шатать, но хрон у меня, по-моему, с водушкой, я волны проходил, да, поэтому он не включается сразу, не дает ему атаки. Убираем нафиг хрона. Так, бабулька. Ну, посмотрим, может найдем хрона с ремкой пятой. Блин, ну посмотрите, какой радиус, блин, в панчбокс, офигеть. Четыре клетки получается. Так, ну давайте против этого попробуем. Ой, тут сейчас ему прилетит обратно. Ну нифига себе, посмотрите, сколько он им там нанес. Он даже кого-то там даже слил. Или нет, раз, два, три, четыре, пять. Нет, ну попал хорошо. Ну тут Фрейя и остальные. Тут вариантов, конечно, к сожалению, нет. А вот включился Лазуликс плюс Фрейя. Ну, тут герой у меня тоже соживой, как видите, но против ледяхи просто Unreal. У него тут и стан тоже стоит. Так, ну давайте еще раз попробуем по-другому напасть. Вот так. Такой вариант попробуем. У меня тут пачки сейчас не собраны там на PvP. Так, ну что, давайте, 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 дотаскивайте. А у меня отхила нет, блин. Сейчас Фрейю сольют и все. Сейчас тоже сольемся. В общем, не знаю, такая вот сборка мне особо. Жесть, короче. Чуть-чуть нам не хватило. Все-таки включился. Ну, он один тут ничего не сделает. Под смотрителем слили. Не знаю, ребят. Показывать вам где-то его еще. Давайте еще в лабиринт забежим. Просто покажу, что он может делать. Вообще, что он может один делать, если смысл его одного здесь ставить. Ну, как бы не то, что одного использую. Для чего, скажем так, я его качал именно с такой сборкой. У меня вторая, по-моему, сошка на нем стоит. Именно для чего. Тут у нас, конечно, не топовые пачки сейчас будут. Но и бывают такие пачки, которые сливают сразу же. Так, ну давайте так вот побежим вниз, потом вверх. Может, нам повезет. Ну, конечно, под панчбоксом у него урона немерено. К сожалению, нету. Ну, тут получается, панчбокс бьет, доспех бьет, он своим этим бьет, еще и с руки бьет. Вот, вот это был обычный игрок.
Тут, конечно, посмотрите, сколько мы там героев ушатали. Вот он сейчас опять Резница плюс Фрея. Вот. Насколько он разница, вот настолько разница есть в этом всем. Смотрите, что тут есть Фрея, Стрелок, Бигфут, такой же ПБшка, да, грубо говоря, Тыковка, Анубис. И он реально тащит. То есть там ворожей только спасает своим отхилом. Вот они тащат, плюс Фрея. Фрея тут, понятно, будет выносить, плюс Смотритель еще. Но самое основное то, что он резается, и опять будет у вас возможность, что он, вот смотрите. То есть шанс, конечно же, есть, но против Фрея он тут ничего не сделает, так как он будет много целей атаковать. Но вариант такой вот лучше всего, потому что обычного у вас снесут. А так я уже бегал, кстати, вот бегал недавно. Ну вот посмотрите, что он делает. То есть, по сути, у нас остался там Анубис, Стрелок и Фрея. Фрея, понятно, надо один на один, чтобы он ее снес. Но сама суть, что у героя есть возможность дальше. Я бегал с такой пачкой, ну, то есть он у меня в пачке с 9 живой. 25 левелов я, ну, 25 этажей пробежал. И я прошел все фактически там один раз или два из-за того, что силой я слился. А все остальное я просто затащил. Тоже против топовых пачек, то есть вот чисто из-за живы. Поэтому такой вот вариант советую, особенно для донатов, в дальнейшем очень неплохо будет помогать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, вы все знаете, всем удачи, всем пока.